в автобусе помогли бабушке выйти, спуститься со ступенек. Женщина упала, я ее подняла, помогла ей. И вот помогла ей перейти дорогу. Давно не делала добрых дел? Надо начинать. Кинул монетку бабушке. Тут тоже, да, довольно спорный вопрос, потому что они на разные могут потратить эти деньги. Ну, я как бы надеюсь на лучшее. Есть же люди такие, что чем-то бедствуют, чем-то это помочь нужно, конечно. Никакого. Сходила вовремя на работу. Соевое мясо купили. Ты сильный. Сильный, не мстительный. Оружие сильных – доброта. Для меня доброта – это всегда.